Всем привет! Сегодня сделаем очередное самодельное устройство из стартера. Не будем долго разговаривать, погнали! Где чаще всего лучше искать в интернете какой-то инструмент, технику, в общем, без разницы, что угодно можно найти на Е-каталоге. Для этого переходим в Е-каталог, нажимаем поиск, молоток отбойный, само вылазит, просто инструмент. Так, здесь можно сразу выбрать фирму, а можно просто перейти в расширенный подбор. Здесь выбираем производителя, пускай это будет Makita. Дальше, тип. Ну, тут только электрический. Энергия удара. Очень важно. В джоулях измеряется. Пускай будет так. Все, подобрать. Е-каталог выдает вот такое количество молотков. А я нажму на самый первый. Здесь можно все прочитать. Все характеристики, отзывы, обсуждения, аксессуары. Что можно еще купить к этому молотку. Ну, а также сравнить цены. Выбираем, какая устраивает цена. Заходим и покупаем. Если вы еще не пользуетесь, ссылочку оставлю в описании.
Самоделкой полностью доволен, в некоторых ситуациях выручит на 100%. Кто работает с деревом, тот поймет. Да даже, наверное, с металлом тоже где-то поможет. В общем, если понравилось, все как всегда, лайки, комментарии. Всем пока-пока!